Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Мы продолжаем... Заткнись! Мы продолжаем играть в GTA 5. Продолжаем проходить эту игру. И в предыдущей серии мы остановились вот тут. Сейчас у нас предстоит ограбление. Я не знаю, сколько оно будет длиться, но надеюсь, что за эту серию мы успеем, ребята. Давайте-ка мы начнем без разговоров и потопаем. Так, я уже забыл, как в машину садиться. Ага. Параллельно играю в The Witcher, да, и там на конячку садится на E, и тут я нажимаю на E. Почему оно не садится, да? А тут на F. Фу, ребята. Первое ограбление. Пускаем газ. Воруем. Все, что там будет, садимся на мотоциклы и пиндалюем оттуда, куда-то убегаем. То есть, когда я соскочил с яхты на этом сраном хайвее... Ага. Ну, в принципе, сейчас Майкл проверяет Франклина, можно ли ему вообще доверять, и, в принципе, оправдает ли он его ожидания. То есть, будет ли это какой-то полезный чувак или просто какая-то мелкая сошка, которая никому не нужна. Так, сейчас дайте-ка я быстренько сюда доеду. Опа, опа, опа. Вот, не врезаться. Ребята, мы уже тут, практически мы уже доехали. 300 метров. Чем чаще вы используете членов банды в операциях, тем выше уровень их навыков. Их гонорары при этом не повышаются. Круто. Ага, то есть нам опять туда нужно, да, подбежать? Ага, сейчас, сюда. Когда газ пойдет, подай знак. Да, нам наверх. Опять наверх, ребята. Вы помните, как в предыдущий раз мы туда забегали, что мне потом лень было спускаться, я просто-напросто пум! Хренакнулся с этой крыши и думал, что а, да я же выживу, просто-напросто мне лень спускаться. И выжил, да, конечно. Так, идите отсюда, паскуды. Хух-хух. Так, сейчас, а куда нам? Я уже забыл. Честное слово, я уже так давно в GTA-шку не играл, что с ума можно сойти. Ага, вот на ту... Ага, помню, вспомнил, ребята, не кричите. Так, это нам сюда, да? Хотел перепрыгнуть, стукнулся башкой об стенку. Да. Так. Ага, мы уже тут, ребята. Мы уже тут, ребята. Удерживайте тап, используйте, чтобы выбрать БВГ. Вот он. Удерживайте, чтобы прицелиться, нажмите, чтобы бросить. Ух ты, нихрена себе. Да вашу мать. Попал. С третьего раза нафиг. That was it. They going out. You love her. Well, I love her a lot. I just Кофеёчек? Thinking it was. Think about it like this. I mean, I always say that. I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Что происходит? Let's go. Что-то не так. Так, давайте, нажмите, чтобы украсть драгоценности. Куш. Ребята, куш 300 кусков, 400 кусков. Куш, пол ляма. 600, 700, 800 лям. Лям. Ребята, лям 300. Ребята, лям 400. Лям 500, лям 600. Я просто диктую, да, чтобы быть в курсе, сколько у нас уже есть. Почти 2 ляма. 2 ляма, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ни хрена себе, 900. Что он там орёт? У нас почти 4 ляма. Валим?
У нас 5 лям практически. Встретимся у реки, погнали. Ребята, погнали нафиг! Держитесь рядом, осторожно вперед, следуйте за бандой. Следуем. Так, сейчас. Главное не стукнуться, ребята. Я не хочу стукнуться, никто не хочет стукнуться. Первое ограбление. Опа, я надеюсь, прошло успешно. То есть мы украли все, что нам нужно было. Мы заработали практически 5 лямов, чуть-чуть не хватило. Но ограбление еще не подошло к концу. Финальное задание, точнее финальная часть, что нам нужно сделать, это убежать. Нам туда нужно, да? Ух ты нахрен! Нам нужно убежать, ребята. Поэтому будем стараться это провернуть как можно успешнее, чтобы нас тут ничто не позбавило нашего куша, который мы только что срубили. Так, ребята. Вашу мать. А, так мы на Франклине едем. Мы с Франклином. Твою мать. Я, если честно, вообще забыл. То есть, знаете, когда играешь в онлайн, то этих способностей нету. А сейчас, когда играешь, то, если честно, я вообще забыл, что мы про Франклин, что мы с Франклином играем. Точнее, на Франклине, да? Поэтому эта хрень реально полезная. Очень полезная. Валим, ребята, валим, 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 валим. Это еще долго будет продолжаться? 4 звезды, ни хрена себе. Сейчас у нас истребители нафиг полетят, да? Так, ребята, главное не стукнуться. Следите за мной, следите, указывайте мне маршрут, будьте моими штурманами, чтобы я никуда не стукнулся, чтобы я не свалился с этого мотоцикла. Потому что если да, то будет жопа. Я жду свет. Ух ты, так. Мы немного отстаем от них, но... Да, мы уже вроде выбрались. Ух ты нахрен! А это что? А, это... Это мы сейчас за Майкла, да, играем? Ага. Избавься от скоб, прежде чем... Ребят, сейчас нам нужно избавиться от копов. Опа. Так, больше там никого сзади нас нету, вроде никого. Остановимся чуть дальше, погрузим байки в грузовик. Ага, ну вот, мы уже практически дошли до пункта назначения. Давайте, 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 ребятки, побыстрее. Заезжайте. В ходе ограбления члены банды совершенствуют свои навыки. С каждым новым ограблением члены вашей банды набираются опыта. Фу, ну ладно, сколько нам там? Полкилометра? Да. Ух ты ж! Ух ты нафиг, кулички тут такие... Не очень. Да, ребята, мы срубили 5 лямов. Так. Так, куда? Ребята, мы это сделали. Сейчас будем распределять наш куш. А, нет, или не сейчас. А, товар будет продан. Так,
О да, ребята, действительно, мы снова в деле. И не за горами наше, ну, знакомство опять с Тревором, да? То есть он увидит вроде по телевизору, что кто-то опять ограбил какой-то магазин, да, или вообще какое-то ограбление провернул, и поедет нас искать. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Внимание, ага. Так, сохранились, да? Ладно, не будем тут задерживаться. Давайте топаем отсюда. Встречаемся у меня, деньги скоро поступят на твой счет. Только Лестер, только сначала Лестер должен их отмыть. Ну, ладно. Нам нужно сейчас к Майклу идти, да? Ох, здрасте, девушка. Здрасте, девушка, как у вас делишки? Пицца валяется. Едем к Майклу. Убежище Ламар Майкл. 2 километра. Ух, и наша точилочка, ребята. Я же ее оттюнил. Сколько у нас бабла? 400 кусков. Ну, в принципе, только за предзаказ GTA-шки, да, нам шло пол ляма, поэтому вы не удивляетесь, откуда у меня еще 400 кусков. Если вы помните, то на начале у нас бы как бы сразу было пол ляма, да. Но я потратил... Я потратил 100 тысяч на тюнинг машинки, которые я нашел на улицу и которая, в принципе, мне очень понравилась. Я ее поставил в гараж. Когда я зашел второй раз в игру, деньги у меня снялись, деньги мне не вернулись. А машинка с гаража, на которую я потратил около 100 кусков, куда-то исчезла. И поэтому, ребята, я не знаю, куда, что и, в принципе, по сути, что вообще произошло с этой машиной. Ага, это грузовик, который можно ограбить, да? Ну, по сути, это же стандартная машинка Франклина, поэтому нормально. Нормально. Она тоже крутая, она скоростная, да, в принципе, она уже и обтюнена, мы на нее тоже нормально так потратились. Хотя, если мы на эту потратились, значит, на ту машинку мы не вбухали 100 тысяч. На ту машинку мы, значит, вбухали около 50, 60, 70 тысяч, раз мы и эту успели протюнить. Ну, практически мне это удалось, то, что я планировал, но все же. Мы подъехали к Майклу. Твою мать, если бы я еще и не стукнулся. Так, Майкл, Майкл, Майкл. Не то, что Майкл, но, в принципе, здравствуйте, где вы? Ага, тут он уже сам ходит. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. А он узнает. Тревор dead. Ага, Тревор не мертв, он еще вам всем покажет. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the What is Trevor? You forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That's pretty scary. Back to you in the studio. А он догадался. Это, наверное, фирменная фраза Майкла. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again?
I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right! Not what you've done with me! I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Конченый Тревор. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Вот и возвращение Тревора. Эпическое. Ладно, ребята! Давайте на этом будем заканчивать. Тревор вернулся. Мы срубили 5 лямов с ограбления. И сейчас Тревор будет идти и искать Майкла. На этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам очень понравилась эта серия. Если да, то влепите большой жирный палец вверх. Я буду очень этому благодарен. И также буду благодарен, если вы оставите свой комментарий. Я читаю каждый ваш комментарий. Люблю, когда много комментариев. Это действительно меня радует. Я постараюсь ответить на каждый этот комментарий. Вступайте в нашу банду крутых перцев, мы же вся большая крупная семья. Чат, вы знаете, что писать. И подпишитесь на меня, я тоже буду очень рад, и вы вступите в нашу большую семью. Всем спасибо за просмотр, набираем большое количество лайков, быстрее выйдет новая серия, и это и Пиксельмона. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.